пить валерьянку уже устала. Последние 2 года режим дня пенсионерки Веры Ефимовой можно назвать экстремальным для человека пожилого. Засыпает под утро, просыпается уже через пару часов. Виновница недосыпа – соседка сверху, которая, по уверению пожилой женщины, держит у себя в квартире больше 10 собак. Половину из них не выгуливает. Все естественные потребности четвероногие справляют прямо в квартире, на пеленке. Их собачница стирает по ночам, отчего в трубах стоит такой шум, что невозможно уснуть. Я как-то к ней ходила, говорю: «Наташ, ну ночью-то что ты делаешь? У тебя вода-то шумит без конца». Она сильно шумит, ночью особенно. Она говорит: «Я пеленки стираю после маленьких». Она маленьких-то не выводит на улицу. Да. Она же каждую ночь моет, стирает. Всю ноченьку вот эта вода у нее не отключается. Днем, рассказывает пенсионерка, собачница спит. К такому стилю жизни приучила и питомцев. К шуму воды в трубах ночью прибавляется и топот от массивных собачьих лап. Среди питомцев соседки несколько довольно крупных ротвейлеров. Этих самых ротвейлеров мы встретили на площадке школы, где собачница выгуливает животных без поводков и намордников. То, что это не все четвероногие друзья, Наталья скрывать не стала. Дома еще несколько тойтерьеров, которых она не выпускает на улицу. Но то, что собак больше 10, по ее словам, выдумка ее соседки-пенсионерки. Да точно, ага. А что они 15-то? У меня полуторакомнатная квартира. Ну, рыбки еще есть, птички, мышки. Ага. Ну, черепашка еще есть. Чтобы содержать такой зверинец в порядке, действительно приходится уборку проводить по вечерам. Наталья рассказывает, работает ветеринаром и подчас дома появляется поздно. Значит, убирать за питомцами приходится, когда многие ложатся спать. Ну вот, допустим, вот у меня такая работа. Я вот сейчас вот только шар, как говорится, продрала. Сейчас я, естественно, пока тут дома все помою, убралась, пошла немножко поработала. Ну как ночью, ну вечером, 11-12 час, ну иногда 2. То есть как бы, ну простите, у нас так весь стояк не спит. Вера Константиновна на соседку свою писала жалобы и в администрацию города, и в полицию, но везде только разводили руками. Вроде как и шум от воды мешает только самой пенсионерке. Такая вот сантехническая особенность. Да и число животных в квартире никакие законы не ограничивают. Стало быть, нет формальных оснований для составления протокола о правонарушении. Между тем, как признается Вера Константиновна, за те 2 года, пока длится конфликт, здоровье пожилой женщины серьезно пошатнулось. У меня ишемическая болезнь сердца. У меня постоянное давление. Давление-то от этого вот. Не спишь, нервничаешь. А другой раз вот это, ой, валерьянки, я уже точно, наверное, не 1 литр выпила. Выход из конфликтной ситуации пенсионерка пока видит только один – переезд, хотя бы на время. Скоро начнется дачный сезон, и на все лето Вера Ефимова планирует перебраться на дачу, подальше от неприятного соседства. Андрей Васильев, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».